С виду самое, что ни на есть, обычная деревня, но в скором времени ее ждут потрясения. Ведь страшный и кровожадный маньяк выбрался на свободу. По всей деревне у него расставлены ловушки. И повсюду у него есть потайные ходы и лабиринты. Жителям этой деревеньки остается только молиться. Поскольку сегодня мы начинаем новый троллинг. Не пугайтесь, это я, Райм, просто немножечко примерил новый скин. Уха-ха. А троллить мы сегодня будем Руню вместе с утенком Джеком. Так, Джек, иди сюда. Так, сейчас мы его к себе телепортируем. Я просто... Так, Джек, пока что Руни сюда не пришла, я тебе рассказываю. Ты должен ее пугать, нагнетать всячески, чтобы она испугалась. Но главное не переборщить, чтобы она отсюда не вышла. Ладно, а что ты делаешь-то? Я вошел с тобой в сговор. Да, если что, виноват будешь ты. Ты на стене насрал! Неправда это все, иди. Нет, не смей, я тут знаешь как старался. Так что иди. Ну я ж тебе об этом. Иди, давай быстрее к ней так. Мать! Когда я положу записку, скажи, что главная особенность этого мясника в том, что он раскладывает везде мертвых пингвинов. Откуда она узнает о тебе? От тебя, сырная ты голова. Так меня еще не называли. Так, ребятки, они живут здесь, поэтому положим им вот такую вот записку. В лесу начали пропадать люди, будьте внимательны. Сегодняшний троллинг обещает быть жестоким и очень-очень интересным. Господи, мертвый пингвин. И вот спектейтер. Джек, ты слышал это? Так, там же так урчит под дверью. Кто это мурчит? Зомби, что ли? Это какая-то хрень. Что это? Это больше похоже на селедку, а не на мертвого пингвина. Замороженный бой! Они такого еще не видели. Как он орёт? Он как же, кричит. Бей его. Бью, кончай. Всё. Куда он исчез? Я не знаю, пропал куда-то. Ну, смотри, газету нам принесли новую. Газету? А ну-ка, давай, наконец-то. А тут написано, будет что-нибудь такое в лесу. Начали пропадать люди. Будьте внимательны. Люди пропадать? Да, реально. Слышите, пропадать, будьте внимательны. Слушай, может, прийти к старейшине деревни и узнать, что происходит? Потому что, ну, это страшное как-то... Ладно, они сейчас пойдут спать, мы уже немножечко так чуть-чуть напугали Руню, но, в принципе, еще не сильно. Все самое интересное будет дальше. И, кстати, ребят, пока я пользуюсь случаем, господи, какая мне страшная рожа. Переходите на мой дискорд-сервер, ссылочка на который будет в описании. Я там каждый день по нескольку раз общаюсь со своими подписчиками. Поэтому, если ты туда перейдешь, то у тебя будет возможность задать мне какие-нибудь вопросики. Ладненько, так, ну я думаю, вы это поняли. А сейчас давайте зайдем в гемод креатив и, вот, знаете, такую небольшую пасхалочку, пока они там укладываются спать. Сделаем вот такой вот безобидный на первый взгляд смайлик. Ну как безобидный, у него будут красные глаза. Это похоже на мистера Крабса. Ну ладно, ничего страшного. И конечно же сделаем ров такой вот. Так, они там что-то песни какие-то поют. Ладно, давайте выбьем окно еще. Ай, меня сейчас все заметит, Чего ты слышал этот звук? Кто-то стекло лопнул, не знаю. Ты уверен? Да, но не у нас в доме. Ребят, ну согласитесь, это довольно жутко выглядит. Зачем ты сломал, я не понимаю, иди к себе домой. Грязный червь, ты чего сделал? Сейчас они увидят, что я сделал. Делал снаружи. Ну, получаю тупой жизнь. А, из него выпало. Кишки, они сами маньяки. Джек? Какая-то хрень. Смайлик и... Нора какая-то. Что снаружи? Смайлик милый, возможно, я не знаю, Юнями где-то мимо пробегала Дантурку. Я его сковырну, мне он не нравится. Это немного отдает старыми сказками, страшилками. Вдруг кто-то под наш дом зарылся, вот, и сейчас вот там вот роют яму. Зарылся? Молодец. Под наш дом? Какой кошмар! Сейчас, ребятки, я хочу кое-что сделать. Ой, а что мне выдалось за хрень? О, что это такое? Клык и костная мука. Фу! Не раскидывайся по нашему дому, забери это. Фу, забери. В окно выкини, фу. В окно выкидывай. Давайте им подкинем вот эту вот штуковину. И, конечно же, оставим им тут записку. Подарок. И еще такой вот небольшой смайлик. Я думаю, что им понравится. Особенно Руне. Давайте постучимся в дверь. Вот так вот. Все, и убегаем. Спать, дергай дверь, глупые жители. Выходи, неужели вам твоих... О, субскот. Субскосточками. Это похоже на пирог. Блин, противно. Подарок. Им не понравился мой подарок, они его выкинули. Вордрок. Они об этом пожалеют, я в этом уверен. Так, ладно. Тогда я предлагаю сейчас каким-то образом заставить их пойти в лес. Надо написать Джеку, чтобы он сказал ей, что нужно срочно дерево. Нужна древесина. Руня, надо добыть дерево. Эй, почему ты так говоришь? Не пугай меня, не так внезапно. Ну я просто сам напуган. Я когда напуган, я начинаю говорить чужими голосами. Так, древесина. То есть она сейчас...
сейчас отправится в лес, а здесь ее будут ждать небольшие приключения. Ну, Брайб, давай пойдем, почему нет? Мне как раз нужна древесина для инструментов и прочих вещей. Нужна древесина. Куда же делся Джек? Он вроде шел за мной. О! Что это? Джек! Маленький зомбики меня едят! Давайте напугаем сейчас. Так. Здесь. Большой зомбяк грибной, какой-то паразитированный. Каменный топор. Нет, меня отравили! Выглядывать отсюда, это довольно жутко. Что это за морда? Еще один зомби, что ли? Ребята, сейчас будет самое интересное. Дело в том, что я установил мод на скример. И если прописать одну команду, то тогда у Руни появится перед экраном самый настоящий громкий скример. Надеюсь, она меня за это простит, потому что это очень жестко. Пишем. Так, ребят, вы готовы? Ну что ж, начинаем. Раз, два, три. Опа! Ребят, вы это слышали? Блин, я ее очень сильно напугал. Так, где она? Джек, что это было? Если это твои тупые шутки, это не смешно. Уже испугалась. А Джек отошел? Куда он отошел? Блин, в такой ответственный момент. Ладно. Джек. Так, ладно. Главное, чтобы меня сейчас не заметило, наспаудим кучу вот этих вот моих любимых друзей. А, что за карканье? Вороны, что ли? А еще мелкие зомби тут ходят. О, да, ребят, посмотрите, как это стрёмно выглядит. А, почему их так много? Меня что, прокляли? Это реально вороны. Это реальные вороны, так. Они долбятся ко мне в дом. Вот, Джек, твои братья прилетели ко мне. Я предлагаю сделать такую вот приколямбу. Надо перекусить морковка. Так вот. Давайте подкинем голову пугало, блин, почему бы нет, вот так вот. О, она как раз в сундуке. О, все, побежали. Гемоспектейтер. А это что? Голова пугала. Какого чек? А почему у меня вороны в доме? А! Она упала в дыру. Куда я упал, Джек? Глупые птицы, уйдите, мне нужно сюда выбрать. Да блин, так, это, мне кажется, самый жесткий троллинг на моем канале. Уйдите. Так, ладно. Ну, капец, они что, ей фигачат, что ли? Давайте резко включим мирную, потому что это было слишком жестко. Джек, проснись! А, Джек, опять упала туда. Но, ребятки, у меня есть небольшая идея, что с этим можно придумать. Сейчас мне ее надо завести в мое логово. Только где она находится? Я уже сам его потерял, блин, дурак. А, вот и оно. Ребята, я придумал классную штуку. Это называется ритуал призыва апокалипсиса. И все, что мне для этого нужно, всего лишь ничего. Глаза градуса, кожа свиньи, кишки жителей и маска Руни. Почему бы и нет? Мы ей это подкинем, когда она сюда придет. Она рано или поздно обратит на это место внимание. Так, я чуть-чуть накопала себе земельки, чтобы прятаться и в случае чего убегать. Выглядит безобидным. Да, просто... топор! Вика, иди сюда, так вот, иди. Джек! Все, я не могу больше, я так страшно. Блин, она испугалась, так, это мой шанс. Так, все, супер. Быстрее ищем поводок. Вика, ты где? Я что-то закончилась сейчас. Ты куда меня? Блин, ребят, это очень стрёмно выглядит, вы только взгляните на это. Хорошо, прости, что я не знаю, кто ты, что я там не делала, пожалуйста, отпусти меня, прошу тебя. Ничего, куда ты меня, зачем ты меня там стащишь? Блин, ребят, это какая-то жуткая. Что это? Вставай в центр, центр, отпусти меня. Вот так вот, да, в центр ты встань, наконец-таки. На мне отравление еще. Держи записочку, прочитай ее. Глаза градуса, кожа свиньи, маска Руни. Это какие-то ингредиенты, господи. Для апокалипсиса, боже, я надеюсь, это просто сон, это просто... Я закрою глаза, сделаю вздох. Нет, это не сон. Так, ребятки, я предлагаю вырубить ей свет и включить страшные звуки. Я думаю, вы помните этот мод еще с троллинга Херабрином. Включаем, нажимаем на кнопочку... На какие звуки? Они всегда меня пугали. Нет. О, это психологическое... Да. Если она сейчас томата еще что-то случится, это не моя вина, если что. Кожа свиньи. Тут где-то были ботинки из кожи свиньи. Вот они. Я их скину, чтобы она убедилась, что я с ней не играю. Что это такое? Ботинки из кожи свиньи! Медленно уходим и... Градус опасности, нужно его предупредить. Джек, предупреди градуса, брось меня, она предупредила. И сейчас по сценарию прибегает Джек и спасает ее. Давай, Джек, что тут сидишь? Давай, беги, Джек, давай. Руня, я тебя слышу, мне пока не вижу. А, вот ты где! О, Джек, сейчас. Мы тоже кое-что приготовили. Сейчас, у меня есть мой ножичек с желтенькой ручкой, маленький, карманный. Погнали, быстрее, не поверю, беги! Что со мной было, беги! Джек. Домой я оттуда никогда не выйду, хотя и дома небезопасно. Узнают, где я живу.
почему он все это делает? Нам нужно приезжать срочно. Маньяк! Читал газету, люди пропадают, это маньяк, это его все рук дело. А, ну я слышал, как кто-то ночью кричал, типа, там что-то типа, я еще живой. Ребят, сейчас будет жесткий троллинг, это будет на самом деле очень и очень стрёмно. Рунь, а ты замечала, что в последнее время в колодце странный вкус у воды? Мамочка! Так, я его сейчас забираю к себе, я вжился на самом деле в руль. Давай, иди сюда, иди сюда. Кажется, малыш, лепесточки. Так, ребята, это довольно стрёмно. Так, идем сюда, Джек. В деревнях было все. Ты знаешь, куда идти? Пойдем. Так, надо тебя освободить. Куда он делся? Он исчез. Пойдем, быстрее. Ты знаешь, время терять нельзя. Так, сюда, здесь у нее будет выбор. Здесь ты будешь сидеть. И я, конечно же, должен тебя опять связать. Дальше я сейчас Джеку дам вот эту двухстволку. Он ее возьмет, и Руни ее, конечно же, заметит. И у нее начнут закрадываться подозрения именно на Джека. Здесь у нее будет выбор: пойти в жуткую комнату или в комнату, где ты станешь богатой. Интересно, что она выберет. Давайте сделаем ей такую небольшую подсказку. Вот так вот. Это не похоже на череп, но ладно. Новая надпись, а что это за рисунок? Человек в очках. Стрелка, это намек на то, что там Джек меня ждет, да, 100%. Я слышу тебя. Так. Куда пройти, в страшную комнату или к богатствам? Вероятнее всего, маньяк хочет, чтобы я прошла к богатствам. Это ловушка, 100%, двойная психология. Я пойду в страшную комнату. А это что? Выход? Выход, ну а ты отсюда не выберешься просто так, дорогая. Но я не могу оставить Джека, нет, я должна спасти своего друга. Джек! Так, здесь будет небольшая пасхалка. Джек! Записка, что же тут написано? Чей-то труп. А, вот уже 3 дня я брожу по этим лабиринтам. Думаю, я обречен градус! Градус всегда играет роль этого самого скелета, но ничего страшного. Он словил всех моих друзей. Мамочка моя! Ух, булка, сосиска, что? Сосиска в тесте? Джек, как я тебя нашла? Как что? Как тебя развязать? Пойдем, я знаю, где выход. У меня есть ножик мой любимый, желтенькой ручкой. А почему ты раньше не развязал себя? Я тебя ждал, Для чего ты меня ждал? Там, в принципе, не важно. Я видела там градуса. Да, он, в принципе, там уже 4 дня лежит. Ой. Ты знал об этом? Я должен тебе кое-что сказать просто. Что? Она вышла? На, пулю в лоб. Больше это не терпеть. Так, ладно, идем в Дискорд. Алло. У меня сердце бешено колотится. Что случилось? Давление поднялось, я не знаю. Да мне не хватило своих съемок, блин. Ты очень сильно испугалась. Теперь это меня добивает. Что случилось? Да я не могу. Кто-то меня затроллил, либо, я не знаю, Майнкрафт сломался. Я не знаю, что это было. Джек, я тебе вот отдельно, извини, что сейчас перебиваю, мне надо Джеку кое-что сказать. Джек, я тебе благодарен за то, что ты мне помог, так сказать, затроллить Руню, потому что это был один из самых жестких пранков троллинга вообще на моем канале. Мое любимое. Это было очень сложно подготовить, это было жестко, я на самом деле думал, что несколько раз я могу спалиться вообще, но нет. Ну, это было легко. Если вам понравился этот ролик, то обязательно ставьте лайки, 20 тысяч лайков, и выходит новый троллинг по маньяку уже с июня, наверное. А со мной был Утенок Джек и Руня, подписывайтесь на их каналы тоже, всем удачи и всем пока, и про Дискорд не забывайте, ссылочка в описании. И все, всем пока.